В железнодорожном районе Хабаровска автомобилист сообщил полицейским о старом боеприпасе, который он обнаружил на обочине проезжей части. Надо отдать водителю должное. Зрение у него отменное. Разглядеть каплевидный ржавый предмет среди жухлой прошлогодней листвы мог только чрезвычайно наблюдательный человек. Взглядом в болванку водитель уперся, когда снизил скорость, подъезжая к железнодорожному переезду. О подозрительной находке мужчина заявил далеко не сразу. В подобную ситуацию он попал впервые. Связаться с дежурной частью ему порекомендовали знакомые, которые убедили хабаровчанина, что иной раз лучше перебдеть. Территорию, где был обнаружен ржавый боеприпас, огородили сигнальной лентой, хоть и было очевидно, что находка скорее рассыпется от старости, нежели взорвется. Саперы позже подтвердили, взрывчатки внутри не было. Она либо деградировала от времени, либо ее место постепенно заняли намытые водой земля и грязь. Мудрено было даже отнести болванку к какому-то конкретному типу боеприпасов. Контурами находка напоминает минометный выстрел, лишенный хвостового стабилизатора. Чтобы никчемный боеприпас не вводил в ступор других автомобилистов, сотрудники полиции решили забрать его с собой. С места происшествия Валентин Борозняк и Александр Савчук.